Открытое море, специальный костюм, необходимое снаряжение и, конечно же, смелость. В Звенигороде живет рекордсмен по морскому марафонскому плаванию Василий Бочкарев. Свои заплывы он начал с островов Таиланда. Никто в мире не догадался плавать вокруг островов и как-то регистрировать эти заплывы. И я повторил этот же заплыв через полтора года. Оплыл остров, но плыл уже не 9 часов, а 12,5, потому что была такая суровая погода. И этот заплыв я зарегистрировал в книге рекордов Таиланда, России и сделал заявку в книгу Гиннесса. Про свои морские приключения Василий рассказывает в своих очерках, где еще описывает предварительную подготовку и питание. Отказ от всех вредных привычек и ежедневные тренировки – главный секрет долголетия. А вообще возраст не помеха заниматься спортом, уверен пенсионер. Один раз я плыл 26 часов, и не потерять сознание – для этого нужна специальная подготовка, кроме физической, еще ментальная, специальная медитация. Я это описываю в моих отчетах. Вот сейчас я возобновлю тренировки в бассейне, чтобы по моим планам весной поехать либо в Индонезию на остров Лембанган, либо на Кракатау, либо на Сейшельские острова, либо в Таиланд. В планах у Василия Ивановича начать подготовку к новому морскому заплыву уже в этом году и продолжать ставить очередные рекорды. Ведь помимо плавания он еще увлекается и скандинавской ходьбой. Екатерина Крамер, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».